Здравствуйте, друзья! Добрый день! Беги долганнар хангаларын өреттен ехебит. Мы продолжаем наши занятия на долганском языке. Бүгүнгү урок буду Ахсан тугунан. Сегодня поговорим о счете. Ахсаны билегетту. Вы счет знаете? А не беги Ахсаны билегут. Сегодня научимся считать. Маңнай Ахсан оңа дери. Числа первого десятка. Халабур, например, биркихи, один человек. Иккихахыл, две лисы. Үстаба, три оленя. Төрт балык, четыре рыбы. Бес хебиддек, пять листьев. Алта кусогота, шесть учат. Хетте от, семь цветов. Агыстугут, восемь оленят. Тогус от, девять лошадей. Он халкобай, десять рублей. Икис он Ахсана, тахсар хангаттан он, 10. Числа второго десятка образуются сочетанием числа он, 10, с числами первого десятка. Он бирь, 11. Он икки, 12. Он ус, 13. Он тёрт, 14. Он без, 15. Он алта, 16. Он хетте, 17. Он агыс, 18. Он тогус, 19. Аны онтан хүскә дере хаңалар. Круглые десятки. Он, 10. Хюрбе, 20. Отут, 30. Төрт он, 40. Биохон, 50. Алта он, 60. Хетте он, 70. Агыс он, 80. Тогухон, 90. Хюхю аттырга, хюй саңаден бар. Название сотни. Есть специальное слово хюс, 100. Хюс, 100. Икки хюс, 200. Үш хюс, 300. Төрт хюс, 400. Бес хюс, 500. Алта хюс, 600. Хетте хюс, 700. Агыс хюс, 800. Тогус хюс, 900. Оно ахсаннары уларытыпы. А сейчас будем склонять числа. Маңнайгы, первый. Иккис, второй. Үхүс, третий. Төрдүс, четвертый. Бехис, пятый. Алтыс, шестой. Хеттис, седьмой. Аксыс, восьмой. Токсус, девятый. Онус, десятый. Биги бигун биллибит ахсаны. Сегодня мы научились считать. Урок путбютте нячаскан доватор. Урок закончился. До свидания, друзья.